Рад нашей встрече! Как всегда в это время для вас прогноз погоды с синоптическими данными на среду, 14 сентября. Я, Николай Диденко, с удовольствием вас с ними ознакомлю. В следующие 24 часа одну часть Украины будут покрывать небольшие облака, а на второй прогнозируется ясное небо. В южных и западных областях возможны осадки. Средняя дневная температура воздуха по стране плюс 23 градуса. А теперь детальнее о синоптической ситуации по регионам. В центральной Украине суточные температурные показатели составят 13-22 градуса тепла. Ночное и вечернее время небо в регионе будет ясным, а вот в утренние часы и в обед местами возможна переменная облачность. Но осадков опасаться не стоит. На юге страны за сутки термометры покажут от 16 до 27 градусов со знаком плюс. В Херсоне в течение всего дня будет наблюдаться облачность с прояснениями. В Одессе облака появятся на небе только под вечер. А вот в Симферополе ясная ночь и утро сменят облачный день и вечер. Также в столице полуострова во второй половине дня возможен дождь и гроза. Температура воды на побережье Черного моря плюс 22 градуса. 14 сентября Луна находится в созвездии Водолея. Этот период благоприятен для различных нововведений. А ваше физическое состояние улучшит различные упражнения и процедуры, что поспособствует накоплению физической энергии. Берегите свои силы, не растрачивайте их понапрасну, а мы возвращаемся к прогнозам. В Западной Украине в течение суток температура воздуха будет колебаться в пределах 14-23 градусов выше нуля. В Ровно небо будет чистым с ночи и до позднего вечера. Во Львове облака уйдут только после обеда. А вот в Ивано-Франковске переменная облачность прогнозируется на протяжении всего дня, что приведет к осадкам в городе в дневные и вечерние часы. Ночью местами возможен туман. В северной части страны минимальная ночная температура воздуха плюс 11 градусов, а максимальная дневная достигнет 20 градусов выше нуля. В регионе ожидается ясная ночь, но уже с рассветом на северном небосводе появятся облака, которые периодически будут закрывать солнце на протяжении всего дня. Дождей не предвещается. На востоке обойдется без осадков, но все же небольшие облака заглянут в регион. Но в целом день обещает быть погожим. За сутки на термометрах можно будет увидеть от 11 до 25 градусов выше нуля. Температура воды на курортах Азовского моря плюс 23 градуса. 14-й день сентября в народе считается началом бабьего лета. По погоде этого дня судили обо всей осени. Если небо было ясным, то и осень ожидалась теплой. Вот и проверим. И сейчас подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью термометры покажут 11-15 градусов со знаком плюс, а днем воздух прогреется до 29 градусов. С ночи и до позднего вечера в Северодонецке, Луганске и Алчевске прогнозируется переменная облачность, но осадков за собой это не повлечет. В Донецкой области ночные температурные показатели составят 11-17 градусов тепла, а в полуденное время они поднимутся до 20-24 градусов. В течение суток на небе здесь будет присутствовать небольшие облака, но местами не исключается и прояснение. Дожди не предвещается. В Днепропетровской области ночью ожидается 15-16 градусов выше нуля, а после обеда 21-23. Чистое небо прогнозируется в ночные часы, а вот с наступлением утра появятся легкие облака, которые с собой иногда будут закрывать небесное светило. Без осадков. Температура воды в Днепре плюс 21 градус. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. Жителям и гостям Киева также повезет с погодой. Легкие облака появятся на столичном небосводе лишь в полуденные часы. Обойдется без дождей. Ночью предвещается 13-15 градусов выше нуля, а днем 17-19. Вот такую информацию о погоде дают нам метеорологи на среду, 14 сентября. Всего вам доброго и до встречи в нашей студии.